Нахера я это сделал? Как же мне было жалко эти 6 камзолов, вы просто представить себе не можете. И знаете все ради чего? Ради Суперлиги. Да? Ради Суперлиги. Все это было ради нее. Представляешь? И инструкторов я сейчас собираю. Ради нее. Ради вот этой вот пятерки, которую я чмырил на протяжении уже года с чем-то. И буду продолжать чмырить, потому что для меня она не универсальная, не нужная. Но так как в Суперлиге есть миньончики, и на войне иногда есть миньончики, я смог себе это условно позволить. Но это все равно какая-то жопа, это дичь. Я не знаю, зачем я это сделал. Видимо, от безысходности. Я хотел вообще качнуть вторую Зихат, но мне это не получилось. Потому что встал вопрос насчет вот него. Насчет вот этого человека. Если его можно, конечно, назвать человеком. Это гном, по идее, на кобыле, на козе, там, не знаю, на осе. Ох, это не важно. Это не важно. Это, бляха-муха, не важно. О, инструкторов сколько нахерачили. Смотри просто, раздолье. Ну и сейчас остальные инструктора тоже сюда же пойдут. Это, конечно, функция инструкторами вообще прям прикольно. То есть даже на пятерку, которую ты считаешь никчемной, ненужной и вообще в принципе отстойной, инструкторов не жалко. А вот корм жалко, парадокс. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не знаю за что, пишите комментарии. Увидимся с вами в следующем видео, где у меня будет уже прокачанный Гримбл. Дальше интереснее. Всем пока.